Ребятулечки, рыбаки, рыбачки, я вас приветствую на своем канале Максим Струнчук. Я сегодня на Хаджубее. Конечно, давно хотел попробовать, ребята, по отзывам я не сильно видел. Ну, по-моему, кто-то сюда ездил тоже с блогеров, ребят. Ну, ничего не могу сказать. Я не знаю, вот такое местечко у меня тут. В принципе, оно неплохое. Ну, не знаю. Главное, чтобы зацепов не было, ребят. Так, в принципе, все нормально. Вот мой шмудряк. Мудряк. Маловато, ребята. Я сам в шоке. Кукуруза. Вот это мелкое я в магазине взял. Мне давно подписчик говорил еще, когда я тут рыбачил, попробовать. Без всяких этих. Там червячок у меня. Макуха. 4 фидерки. И одна хочу на пеленгасика. Ну, в принципе, так, ребята. Разложимся тут, попробую. Сейчас вроде бы тут нормально, чтобы закинуться. И не будем терять время, ребят. Так, ребят, собрал. Да, я тут недалеко еще от дороги. Тут церквушка рядом. Угу. Грамм у меня грузилка, два крючочка, таких сейчас один, наверное, я большой посадил, хомакация. Тут петля в петлю. Вот так, ребят. Вот. Все, сейчас ставим крючочек, макуху. Так, ребят, у меня осталось 3 кусочка этого кекса. Я еще заказал. Там у них скидон хороший. Так, иди сюда. Хочу посмотреть, как он здесь, ребята, работает. Так, возьмем крючочек. Да, здесь, конечно, мушкарни, ребята. Вот крючочек. Так, берем наш червячок. Сейчас, ребята, вот я тут его храню, мешочек. И вот так. Сейчас закинем два. Отсюда еще подкупил баночку. Вот так. Жмет хороший. Кинем. О, отлично. Вот, ребятулечки. Вот такая. Ух ты. Вот такая вкусняшка. 40 грамм грузик. Сейчас попробуем, конечно, легенький. Попробуем закинуть. Все, закидываем. Ну что, ребят. Попробуем шпульнуть куда-то. Главное, чтобы камыш не мешал. Эх, плохо кинул. Очень плохо. Ну, короче, я же доставать его не буду. Пускай так и будет. Вот так, ребят. Сейчас поставим наш сигнализатор крутой. Все. А вода холодная. Обувь я забыл взять, как всегда. Ну ничего. Ноги потеть не будет. Ну вот так, ребят. Все, сейчас эту заряжаю. И все. Так, а тут возьмем мне другую кукурузу. Кукуруза ли? Блин, его знает, ребят. Вон кукуруза. Бог его знает, чтобы более так размыкало быстро. Короче, давайте это попробуем. Крючочек.
Оскар прошлый. Шестой номер. Это весомый, ребят. Сюда чердачка. Есть кукурузка, сейчас попробуем. Крутое. Червячок есть. Я вчера еще на старокачке купил. И сегодня баночку докупил. Так, есть одна проблема, ребят. Смотрите, что творится. Сейчас надо на вещички забрать. Тачку занести. Там резко не пошел. Так, сейчас, может, этот подальше закину. Так. Не возмущайся. И все. Так, ребят, вот уж я дома сварил кукурузка. Блин, фракция. Вот такая у меня снасть. Червячок и тут кукурузка. И забиваем. Без всяких этих дорогих всяких. Чисто. Натурпродукты. Вот и все. Все, закидываем. Ну все, ребят. Три закинул. Макуха, макуха и пружина. На кукурузной муке. Я думаю, пока мы стрим сейчас попробуем. Сейчас, может, снасть на пеленгасика соберу. Так, ребят. Хочу кораблик взял. Хочу аж туда завести его. Поклевок еще не было. Просто что-то непонятно с этой погодой. Сзади гремит, бомбит. Такое что-то. Вообще никакое. Так, зашел в магазин. Мужичок говорит, что не берет. А продавец говорит, возьми червяк. В принципе, все есть. Еще посидим, дай бог. Вот так. О, хорошая презентация. О. Так, сейчас мы. Опа, я еще до этого приготовил свой миксик. Тут и горох. Кукурузка. Вот так немножко, ребят. Пшено. В принципе, тут все. Все, что треба. Так. Так, это есть. Цепляем сюда. И посмотрим. Уйдем от нуля, будет отлично. Не уйдем от нуля, ну ничего страшного. Вот и все. Все, сейчас мы включаем его. Так. Всякая хреня уже цепляется. Да, волна, конечно, ребята, довольно приличная. Ну все, погнал, берем палку,
и ждемся. Все. Все, ребята, возвращается. Короче, завез. Вот леска осталась. Завез где-то на 150 метров. У меня леска тут 150 метров на этой катушке. Так, 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 так. Назад. Ну, ты все. Свою функцию сделал, малыш. Нормально. Все. Дай бог, что-то еще. Сейчас завезем. Сейчас перепроверим все. Короче, достал, ребята, вот кукурузка. Нормально работает. Но она, во-первых, еще хорошо пилит. Я говорил, нет, заказал еще. Там скидон хороший на них. Я брал тогда по 18. Сейчас 14. Сейчас червячка. Червячка. Зафигачим. Вот так. И закидываем. Чуть-чуть. Дальше. Ну, посидим, ребята. Ну, это ж такое дело. Сегодня оно берет, сегодня не берет. Я же решил. По. Вот что там, я не знаю, что тут, как оно. А! Эти камушки, что попало в ногу. Так, еще зайти. А, что-то. Камыш, конечно, ребят. Палки у меня длинные. Сейчас чуть-чуть еще зайдем. О, отлично. А ну не упасть. Боковопрошка у меня сейчас не защищена. Микрофон стоит. А вот обувь я жалею, что я снова не взял. Как всегда. То забыл, как там кто-то писал мне. Ну такое, ребят. Есть такое. Наработайся. Мозги плавлятся с этой работой. И все. Все, ребятки, ждем. Так, ребят. Напили насика. Хочу попробовать. Получится, нет. Короче, что сидеть? Это червячок этот. Хорошо. Он не клюет что-то. А мы попробуем. Этот червяк вообще никакой. Там замученный жизнью. Так, закидываем. А, вот да, подставочка, ребят. Аврора взял. Сейчас попробуем тут где-то ее поставить, если получится на их тут. Тут же камни вообще-то. Отлично. Камни, не камни. Течку, опа, поднимаем и закидываем. Хорошо. Удочка у меня Фейда. Ребят, я даже не знаю, где она у меня взялась, а вот это. Очень много лет уже ей. С тестом до 30 грамм. Как раз на пеленасика. Что будет? Вот и все. И ждемся. О, все. Пол двенадцатого, да, пол двенадцатого. Где-то час поклевки не было. Я перезабросился. Червяк на месте, живой. Кукурузная каша хорошо отрабатывает, нормально.
Блин, газ, вообще ни одной поклевки, все на месте. Даже не знаю. Может, сейчас погода связана. Ну что-то там тучи были, вот туда пошло все. Не знаю, ребят. Ну что, посидим? Может, что-то и тянет. Надежда умирает последней. Я же не за рыбой, за сам процесс. А потом посмотрим, что будет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ребята, сход. Ты что? Вот это была поклевка на пеленгаса, походу. Да. Что-то тут попустило, ребята. Что-то оно попускает, попускает, а толку никакого. Ну это вот это 650 метров. Что-то есть, кажется. Что-то небольшое. Кажется, есть. Могу понять. Поклевки, конечно, ребята, вообще непонятно. А что-то есть небольшое. Так. Ну, карпик небольшой. Кажется. Да. Так. Не будем его брать, ребята. Чтобы его не бить. Опа. Вот такой. Да. Короче, дальний заброс. Такой, ребята. Малыш. Чистенький. Порадовал. Жирный. Ничего. Опа. Иди. 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 Все, поплыл. Ну что, от минуса ушли, ребятки. Ох. Так, что-то есть, ребята. Не знаю, что. Ну, чуть удочку не украла. Ух ты. Сопротивляется. Довольно хорошо, ребята. Что ж там такое? Ушел камыши, а вот он. Ох, ну это это карпик, ребятка. Смотрите, какой красавчик. О, смотри, какой хорошенький. Ты понял, на что он клюет? Так, не бейся, не бейся, не бейся, не бейся, не бейся, родной, не бейся, я тебя отпущу. Ну. Ну такой где-то за. Тихо, 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 тихо. За килограммчик, ребят. О, вот такой. Смотрите, какой жирненький. Тогда, походу, получается, была поклевочка у меня. Вот такой красавчик, ребят. Я взял с собой, конечно, садок, думал, в конце. А, не надо. Он так нас радует. Иди. Ух ты, гад такой. Ушел, ребята. Ох, спасибо. Спасибо тебе. Отлично. Была поклевочка, ребят. Ну,
Ах, сошел. Привет, пацаны. Да, да. Кар берет, а, вот. Вот на что берет. Да я воду на эту снасть, и кар берет. Сейчас друг приедет. Да? Да. Короче, ребят, подошли вот это местные пацаны. Вреда Пеленгаса. Вордоворот как-то. Я, в принципе, там очень далек. Что Пеленгас вообще ушел. Вот это было тоже поклевка. Ну, такой небольшой, грамм 300, может, тоже карпик сошел. И удивительно, что оно клюет на пеленгасовскую снасть, ребят. Я только что сейчас почивил тупо червяка и буду ждать. Посмотрим. Сейчас хочу эти перезабросить немножко. Ну, ничего. Проклевывает, ребята. Там, походу, этот дождь валит. Ну, сам процесс, мужики. А карп, говорят, пошел. Они вчера тоже, говорит, хорошо по карпу отловились. Ну, ничего. Так, где-то тоже, говорит, полторушка, вот так. Ну, как того я поймал, то где-то на килограммчик был. К сожалению. Че, посидим, ребятушки. Может, амурчика какой на кукурузку. Сейчас надо, хочу на кукурузку забацать. Может, амурчик возьмет. Дай бог. Ребята, так поклевка. Наверное, сошел. Боже, такая поклевочка. Ух. Аж эту подняла. Палку. Удилище аж подняла. Походу небольшой. А ты, бакланы тут плавают. Всю рыбу жрут, да. Небольшой. Зеркальный. Ух, хорошенький. Шустрые ребята. Тихо, тихо, тихо. Ой, 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 тихо. Вот, ребят. Тихо, тихо, тихо. Я ж тебя не хочу на камне, ты идиот малый. Вот, ребят. Такой грамм 300-400. Ну иди, иди. Иди, иди. Не туда плывешь, идиот. Иди. Плыв. Все. Отлично. И вот, ребят. Снасть. Червячок еще живой, вообще хорошенький. И макушка. Кукурузка. Все. Закидываем еще, думаю, часик посидеть. Думаю, все. Ребята, тоже там что-то. Может, под вечер пару. Может, это и хорошее возьмет, посмотрим. Это и все, ребята. Ну что, ребятульки, все. Я собрался, ребята. Вот уже все пособирался. Ну, вы, короче, все видели. Одного где-то за килограммчик. Пару штук еще, просто камера не включила ее. Штук 3 я еще отпустил. Ну, в общем, где-то штук 7-8 я маленький, где-то грамм по 400, по 500 поймал. В принципе, рыба есть. Амурчика, к сожалению, нету. Ну, спасибо Лиманчику. Вы не забывайте подписываться. Дай бог, скоро увидимся уже на Дедушке Днестре, ребятушки. Вам все здоровья, мирного неба. Всем пока.